того, чтобы вырастить красивый, стройный саженец, нужно поработать. И вот технология кик-танк. Вот на этом поле, во-первых, мы укоротили на обратный рост все питомники Молдавии и Украины продают вот эту однолетку, ну, за хорошую. А у нас другая система. Мы укоротили, и в этом году до осени здесь будет саженцы выше этих тычек. А вот так вот устанавливаются эти тычки. Тычка длиной 2,5 метра забивается на 60 сантиметров в глубину. И я буду вам показывать динамики этот массив. Посмотрите здесь через 3-4 дня. Здесь будет все установлено вот этими тычками. Вся эта территория. Это будет десятки тысяч временной установки. Потом будет нитка, тиковочный шпагат 60 лей килограмм, 3 евро килограмм. Потом будет работа китайская, а в конце будет финал, отличные саженцы. Смотрите, мы делимся. Смотрите, если сможете, повторить. Успехов вам. Вот, неделю назад здесь было обыкновенное первое поле, которое перешло в категорию второго. Значит, все срезано на обратный рост. Значит, уже установлены тычки, натянут первый ярус нити тюковочные. И вот сейчас мы делаем рыхление. Никакая другая техника не в состоянии поместиться в эти междурядья. Это белорусский МТЗ 132, самопальный культиватор. К нему есть и фреза, есть и опрыскиватель. Получается отличное рыхление. А осенью эти коротышки будут на уровне вот этих концевых столбов. Более 2 метров. Хотите верьте, хотите не верьте. Я вам буду показывать все это в динамике. Это будет. Это чудо у нас происходит. Дождемся этого. Добрый час.